конкурс «Дети читают стихи». Смирнова Катерина Андреевна, 8 лет. Станица Марьинская, стихотворение «Береза». Автор Есенин. «Береза». Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром. На пушистых ветках белую кровь распустились кисти белой бахромой. И стоит береза в сонной тишине, и горят снежинки в золотом огне. А заря лениво, обходя кругом, обсыпает ветки новым серебром.